дорогие друзья, сейчас мы смотрим с вами такую вот погоду, осеннюю погоду, сентябрь месяц. Немножечко уже прохладнее, ветра стали плотнее, восточный ветер, такой сентябрьский шторм. Вот будет очень интересно посмотреть, какая же погода будет у нас в октябре месяце. Не верится, что будет еще тепло. Кажется, что уже плотно подступает осень со своими штормами и погодой. На канале Автотак постараемся пронаблюдать такую погоду, сделать такую вот, посмотрим, как, в какие месяцы, как погода, какие капризы погоды, как она меняется. Очень интересно будет посмотреть и потом сравнить вот эти все наши наблюдения, которую мы сделаем на канале. Вот сейчас такой ветер, шторм. Город Приморск, Запорожской области, центральный пляж. Территориально пока что город Приморск. Будем смотреть дальше, как будет называться. Сегодня 11 октября. Такая погода аномальна или нормальна? Смотрим, сколько градусов на градуснике. 28, думаю, градусов. Так, в тенечке. Сейчас я покажу градусник. Пройдем на пляж, посмотрим, что на пляже. Солнечный день. Людей не так уж много, но все равно люди продолжают купаться. Такой октябрьский день 2020 года. Мы на канале Автотак пронаблюдаем за погодой, за ее изменениями. Это нам не сложно. Канал Автотак, он автомобильный, подвижный, несложно подъехать, нам это буквально рядышком здесь. Будем вести такой метеодневник, посмотрим погоду, как будет жив, будем живы, здоровы в следующем году в это время, посмотрим, какие будут ситуации, как погода будет меняться. Ну а сейчас ведь такое, видите, время, замечательное море, прекрасный пляж, все купаются, отдых идет полным ходом. Даже не верится, что буквально через 2-3 недели здесь будут шторма, ветра. Посмотрим. До свидания. Всего вам доброго.